Здравствуйте, дорогие мои! Рад вас приветствовать на канале «Заметки нумизмата». Зовут меня по-прежнему Сергей Юрьевич, и тема у нас «Монеты Российской империи». Сегодня мы поговорим о монетах, которые были отчеканены в правлении Александра III. Как известно, Романовы не любили свое изображение, и весь XIX век на монетах рублевого достоинства и на полтинах тоже не было отчеканено ни одного портрета. Только Александр III начал чеканить свой портрет. В 1883 году была отчеканена монета достоинством 1 рубль в память коронации Александра III в Москве. Регулярный же чекан начался с 1886 года. Причем надо отметить, что сразу как бы сделали два штемпеля с большим портретом и с малым портретом, что в просторечии получило название «большая голова» и «малая голова». Здесь у меня представлены монеты всех трех типов правления Александра III. А также представлена монета 1885 года, которая была отчеканена до того, как появилась идея чеканить портретные рубли. Если обратите внимание, на этой монете борода почти полностью доходит до надписи. И расстояние от макушки до надписи тоже небольшое. На монетах же с портретом, который называется «малая голова», здесь расстояние чуть больше и видно невооруженным глазом. Отдельно стоит отметить портрет 1894 года. Он как бы средний по размерам головы. В правлении Александра III монеты чеканились вот таких четырех типов. Обратная сторона монет тоже претерпела изменения. Вот прежний дизайн, который был принят и еще при Александре II, и новый дизайн, который был принят при правлении Николая II. Обратная сторона мало претерпела какие изменения. Единственное, что небольшие изменения, опять-таки, в размере самого орла, герба. А так дизайн весь полностью одинаков. И он сохранялся вплоть до 1917 года. Спасибо вам большое за внимание. Это был канал «Заметки нумизмата». Ставите лайки. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся.